Всем здорова, ребят, меня зовут Фиабра, сегодня мы будем окупаться на джиджитропе. Приятного вам просмотра. Короче, ребята, пополнил сегодня на баланс 500 рублей, с промокодом мне вышло 82 рубля. Давай сейчас открываем кейсы. Давайте сейчас откроем, пожалуй, АВП кейс. Вот он, по 224 рубля. Поехали. Смотрим, что нам падает. И нам выпадает АВП гаджета. За сколько? За 109 рублей. Давайте ее оставим. Откроем какой-нибудь другой кейс. Например, давайте откроем, например, Дигл. Стоит он 74 рубля, поехали. На балансе у нас 284 рубля. Сейчас выключу звук. И нам хватает Дигл драконом-приводитель. За 430 рублей. И у нас тем временем остается 284 рубля на балансе. На эти деньги давайте откроем, например, Пика-Пика. Стоит он 149 рублей, поехали. Я на этом сайте в минусе, может поэтому мне он выдает дроп карбон. Сейчас мне падает углепластик 120. Стоит 10 рублей, 100%, даже меньше 6. На балансе 135 рублей. Давайте откроем какой-нибудь кейсик, естественно. Например, паркет есть, например, на 130 рублей. Давайте какой-нибудь обычный кейс откроем, например, фальши. Все в кейсе. Ну, можно его открыть. И отсюда нам выпадает под 2000 пистолет. Естественно, нож не выпадет. 61 рубль на балансе. И пистолет стоит 30 рублей. Давайте откроем, пожалуй, Farm Glock 18 за 50 рублей. Поехали. Думаю, нам он сейчас ничего не выдаст. На балансе 22 рубля. Но не забываем, что у нас есть Дигл и АВП. Ну и скорость дешевая. Насколько мы выбили дропа? А, точно еще пистолет на 575 рублей. Давайте это все продадим. Думаю, сейчас я продам все дерьмо, кроме Дигла. А АВП тоже продам. Хотя, давайте для контента продам я Дигл сейчас. На балансе у нас 597 рублей. Плюс-минус. Короче, 600 рублей у нас на балансе. Так, что это за кейс? Ну, такой себе. Давайте, пожалуй, его откроем за 500 рублей. Поехали. 97 рублей у нас на балансе. Крутится. И смотрим, что нам выпадает. И нам выпадает желтый жакет. За 100 рублей, понятно. За 180 рублей. Столик тут можно открыть на 97 рублей. Давайте откроем Дигл. Почему бы и нет? Надеюсь, на такой же Дигл за 500 рублей. Поехали. 23 рубля на балансе. Остается у нас. А выпадает нам Дигл. Бронзовая декорация за 10 рублей. Понятно. За 20 рублей. Давайте продадим это все. Давайте Дигл оставим на контракт. Давайте откроем на 203 рубля, например, Генг Кейс, Ганг. 74 рубля стоит, поехали. 129 рублей на балансе остается, так мало. Я закидывал уже 500 рублей, капец. Йорк, за 10 рублей, ну капец. Сайт, что ты меня сливаешь, капец. Давайте откроем, например, снова Дигл кейс. Надеюсь, он сейчас меня окупит, такой же Дигл, например, выдаст. Либо хотя бы там паутины, либо заговор, либо механопушка, например. Мне кажется, ничего не выдаст, да, выдает послание Корин Фанам за 580 рублей. Статрек.
Нифига себе. А я думал, он такой дорого не стоит. Статрек, нормально. Выбили мы дроп на сколько? На 611 рублей. Давайте я оставлю дигл, а вот этот продам. И откроем мы что-нибудь на 86 рублей. Гэнг кейс. Давайте снова откроем. Хотя пусть он нас снова отдаст. Что? Серьезно? А это как работает? Не понял. Окей. Давайте вот набираем в атаку кейс. Я такой кейс еще не открыл. Давайте попробуем. Мне кажется, сейчас за 5 рублей какую-то пушку отдаст. Либо за 10 рублей. Ну да, океанские мотивы МАК-10. За сколько? За 6 рублей. Ребята, я думаю, сейчас мы проводим дигл, либо забрать, я не знаю. Ребят, давайте я разыграю, хотя, давайте для контента его продадим, я продал, и на балансе у нас 599 рублей и 3 копейки. Так, что можно на 599 рублей открыть? Ну, на 600 рублей, короче. Например, что? Что есть тут? Ничего. Давайте, например, мы сейчас откроем. Например, One Stop Case. Почему бы и нет? Капец, мне бесит эти рекламы и так далее. Поехали, его откроем. 224 рубля улетает, 375 рублей у нас на балансе. Сейчас где-то какой-то по 90 выпадет нам, и все. А выпадает нам птичьи игры, да, им не докатится. Если бы докатилось, было бы клево. За 135 рублей нам падает, 375 рублей у нас на балике. Давайте откроем сейчас, например, АВП кейс. Поехали. 224 рубля улетают. А выпадает нам АВП Карлти Сейра. Пожалуйста, только не АВП Африка. Фух. Слава богу, нам не выпадает АВП Африканская сетка. Выпадает нам Карлти Сейра за 379 рублей. Так, 151 рубль тем временем у нас остается. Давайте за 151 рубль откроем какой-нибудь кейс за 149 рублей. О, что за кейс? Как раз нам хватает на этот кейс за 150 рублей. Первый раз такой кейс вижу, давайте его откроем. Поехали. Так, пусть выдаст нам код красный, я заберу его. Ну, конечно, такого же не будет у нас, и выпадает нам говно. Капилляр МП9. Да. Убиваем мы дроп на 546 рублей. Я думаю, я сейчас Хайсевен заберу и АВП Карлти Сейра. А вот это продам. И нам все равно какой-то кейс не хватит. Ребят, кто посмотрел этот ролик, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. Всем удачи, всем пока.